Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Так, Беззубик, давай-ка мы тебя отправим на воздух. На воздух. Бесплатно. Так, Громоль принес мне немножко древесины, и сразу его отправим на добычу. Так, рыба. Нам нужно очень много рыбы. Так, здесь у нас железо. Можно отправить, но не хватает древесины. Так, а почему ты-то сидишь, я не пойму. Сидишь и ничего не делаешь. Давай за древесиной пошел. Костолом, ты тоже давай за рыбой тогда. Сарделька. Сборы. Бесплатно. Так, Барсик. Давай-ка мы тебя тоже отправим в приключение. В драконий край. Кривоклык. Изучи яйцо бесплатно. Так, и Громгильда. Ага. Янтарь. Тусклый янтарь нам дала. А по итогу мы получаем с тобой опять же тусклый янтарь. Понятно. Я даже не сомневался. Давай, лети в приключения. В драконий край тоже. Так, смотрим, что у нас тут есть. Обменять. Я вот обменяю лопатку и все. Больше мне ничего не нужно. Древоруб сидит такой, да, типа неприкаянный. Типа я его не увижу, что он тут сидит без дела. Так, у этих заберем всю древесину. Так, они вернулись, чтобы я почесал им бока. Все-таки я им нужен. Да, ты им нужен. Ага, новое задание какое-то тут есть. Давайте сыграем с драконами в прятки. Мы спрячемся в этом старом пне. Так, поручите кошмарному пресеголову добыть 50 тысяч единиц древесины. Ну, пускай добывает древесину, мне-то чё. Так, подожди, они меня немножко сбили с толку, я тут. Так, Урчамэнь. Пособирал там немножко у нас ресурсы. Вес на чёс. Так, давай-ка мы, наверное, вернем. И заново его отправим. Так будет справедливей. Так, 14 миллионов рыбы. Здесь 12 миллионов рыбы. Так, у него 89 уровень. А вот здесь у нас 96. Сколько нам нужно? 112 не хватает. Сейчас мы ему поднимем уровень. 97, друзья мои. 165 лямов нужно. А, древесины. Мы его отправляем. Все, пускай летит. Пускай летит учиться. Ребят, 3 уровня, и у нас будут 2. 2 дракона сотого уровня. Потом, я думаю, наверное, возьмемся за шепот смерти, скорее всего. Будем его прокачивать. Так, ну что, здесь вроде бы, вроде бы как все. Так, за древесиной вперед. За рыбой вперед. И за рыбой вперед. Все у нас тут заняты. Так, а ты что отдыхаешь? Не понял. Давай за рыбой дуй. Так, где у меня модификрылка? Вот она. Тоже за рыбой. Тоже за рыбой. Так. Ага, ворчун. Давай прокачаем дальше. Опа, в титаны хочет идти. Давай, иди, качайся. Будешь у нас титаном скоро. Так, этого на поиске. Да что ты там застрял-то? А ты что мне принес? Понятно. Тоже отправляем его на поиски. Здесь открываем пак бесплатный. Ну, монеты понятно. Так, там был ужас. Престиголов, острокрылый змеевик. И опять, да? Опять водорез. Зачистил ты к нам. Выпадай-то. Отпускаем. Так, еще один пак. Глянем сейчас. Да куда ты, Рэй? Ну... Вот сюда. Так, монетки Одина и начиночка. Так, кто это у нас там выпадает? Шепот смерти, причем обычный. Нет, парень, тебя мы тоже отпускаем. Все. Так, друзья, я надеюсь, в этой игре хотя бы запишется звук, в отличие от черепашек-ниндзя. Там почему-то, я не знаю, ребят, что произошло. Все вроде было включено, все проверял. Но звук не записался. Вот это, конечно, было стрёмно.
Я вначале хотел не выкладывать серию, а потом подумал, ну как же не выкладывать, если там у нас Эйприл Кунаичи апнулась. Поэтому все-таки выложил. Так, ну тут все занято, да, я так понимаю? Ты за древесиной-то полетишь, парень? Вот, давай, дуй. Так, что у нас тут, давай посмотрим. По обмену. Блестящий янтарь. Дальше обмен. Так, смотрим. Здесь мы можем забрать с тобой последний пак ареновский. Так, душитель, шепот смерти, глыба. Да что такое-то происходит, я не понимаю. Да какое? Я даже не соглашался. Автоматически почему-то переключает на какую-то фигню. Так, давай, наверное, здесь заберем с тобой. Так, сезон скоро кончится, праздник осени. На рынок. Кстати, ребят, тогда нам, получается, нужно тратить. Нам нужно тратить эти листья, чтобы они у нас не пропали. Ну что, давай тогда покупать паки. Потому что на дракона нам в любом случае, на легендарного, не заработать. Да? Да. А вот сезонную награду мы с тобой в любом случае можем приобрести и посмотреть, что нам может выпасть отсюда. Поехали. Так, тут рыба, древесина, древесина, руны. О! Крикошвыр. Эксклюзивный. Ну, такой у нас, по-моему, есть. Да, такой у нас есть. Если я его отпущу, получу 22 миллиона рыбы. Так, но это еще не все. У нас, по-моему, еще хватает на... На два пака даже хватит. Ну-ка, покупаем. Кто на этот раз... Так, так, так. А на этот раз нам просто янтарь дали, зашибись. Зашибись. Ну давай, 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 открываем. И, по-моему, здесь тоже ничего, да? О, пугало. Друзья мои, нам досталось пугало. Слушай, ну я тогда вот сюда его поставлю. Для красоты. Отлично. По-моему, все больше у нас не хватает. Ну, там буквально чуть-чуть не хватает, да? Ну да, где-то 300, грубо говоря. Так, ну что, давай смотреть, есть у нас сегодня события. Да, подготовка размещения ищеек. Поехали. Оно у нас коротенькое. Раз, два, три. Три пака плюс 2000 тусклого янтаря. Ну что ж, не знаю, сможем ли мы за сегодня пройти. По идее, должны. Но опять же, если нам повезет. Так. Две волны. Начинается довольно все приятно. С одного противника. Погнали. Нам бы, честно говоря, еще бы паки набить. Потому что у нас вообще там пусто все. Ты что делаешь? Так, последняя волна. Кто у нас там? Ага. Без шепота смерти, ну вот никак не хотят, да? Ну а ты что тут? Понял. Так, он еще усилил себе атаку. Вот это вот не надо делать. Усиление атаки. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Сейчас бомбанет. А нет, просто укусил. Ну что, добиваем тогда. Ну, сам понимаешь, да? Первые бои, они самые легкие. Давай крутанем колесо и посмотрим, что нам здесь выпадет. Рыба. Как только виднеется на горизонте либо рыба, либо древесина, все, уже можно сразу смело утверждать, что именно она тебе выпадет. Так, забираем с тобой обычный пак. Он отправляется на почту. Раз, два, три, четыре. Ну да, да, сегодня мы это событие пройдем. Так, давай смотреть, что у нас тут. Опять же, две волны. Хочу две волны и хочу, чтобы один был противник вначале. Так оно и есть. Спасибо. Ух, промахнулся парень. Ты промахнулся, а мы, в отличие от тебя, промахиваться не собираемся. Кстати, ты замечал, что мы хоть раз бы промахивались? Я вот что-то не видел. Раньше у нас были промахи вообще лютые. До того... пока мы с тобой не купили изваяние.
которая избавляет наших драконов от промахов. Так, этот завис, что-то мне не нравится, он висит. Надо его шваркнуть, чтобы он исчез. А то смущает меня. Давай так вот. О, замечательно. Так, тихо, не надо тут выпендриваться. Ну что, хиляемся, естественно. Нормуль. Так, добить. Вау. Вот тебе и добили. Ну что, смотрим, куда-нибудь бомбить. А почему не сюда, а? Почему сюда никто не бьет? И ты сюда же, да? Ну. Так, добиваем этого хлыща. И вот здесь. Раз, два. Плюс отхил. Все. Справились. Ну и что же тут нам достанется? Опять рыба. Лучше бы дали два прилива сил. Мне, так сказать, они нужнее. И забираем с собой еще один пак. И переходим на ареновский. Так, тоже на почту полетела. Вперед, вперед. Так, поехали. Слушай, ну пока вообще все на изи, да? Ага, вот тебе изи. Уже два дракона на первой волне. Че, музыку специально вырубили мне, да? Так, он промахнулся. Давай кусать. Понижаем броню. Так, что, Барсик добьет. Барсик должен добить. Сюда укус. Хиляться будем? Будем. Сделаем с тобой массовый хил. Ты посмотри, что творит, а? Бомбит и бомбит. На второй волне. Так, глыба. Плюс вот эти вот ханорики. Тихо, 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 не надо бы ездить. Давай залечим раны. Одного из них по-любому нам нужно быстрее как бы уничтожить. Давай, давай, давай. Блин, они вдвоем сейчас ходят. Ну, все. Так, минус. Давай, кривоклык, добивай. Отлично. Ну что, глыба. Ты осталась одна у нас тут. Поэтому... Да и что ты? Сделаем на хилочку себе. Блин, надо было все-таки на него понижение, наверное, защиты сделать и раскатать его. Хотя ему и так крышка. Так, и кривоклык его уничтожает. Все, нормуль. Крутим очередное колесо, и выпадает нам древесина. Хотя тут плод мудрости, что там, что здесь. Но выпадает именно древесина. Так, забираем с тобой ареновский пак. По-моему, он сразу будет здесь открываться. Так, точно. Так, громыль, кривет, шторморез. И все. Ну что, две последние энергии тратим. Одна на обычный бой, и потом уже будет босс. Награда здесь, конечно, так себе, да? Тусклый интер, 2000. Полная фигня, на самом деле. Так, три дракона. Причем драконы такие самые противные. Что огнеплюй, что понижатель брони, что это тоже харчеплюй несчастный. О, красавчик, красавчик. Кривоклык просто вырубил его. Так что этот, понял, масуху врубил все-таки, а? Все-таки он врубил массовую атаку. Слушай, нам нужно... Блин, а мы не можем, не успеваем с тобой захиляться. Да вот здесь вот ты подкачал. Так, отвали. Так, этого уминусуем. Вот что мне нужно было. Залечить раны. Ну я тебе, знаешь, что скажу? Что сейчас он опять полыхнет. Ты смотри-ка, он не стал делать массовую атаку. Замечательно, тогда ему крышка. На второй волне. Ну тут... Ну тут полегче будет, мне кажется. Шепот. Твою налево. Понижает. Сразу же начинается понижение, вот, ребят, нам атаки. У нас и так все это слабо идет. Так, Барсика, не трогайте меня опять.
Так, раз-два, вдвоем сейчас ходят. У нас с тобой на отхил как раз хватит. Значит, мы сделаем с тобой следующий ход. Ударим сюда. Сделаем отхил. Кривоклык. Давай бомби сюда. В принципе, у них шансов здесь нету на победу. Мы их раскатаем. Мы их... Давай так. Ну что ты там пыхтишь? Сейчас еще залечим раны себе. И все. Очередное колесо выпадает нам. Да ладно, плод мудрости, неужели? Вот это уже другой разговор. Ну и последний, завершающий у нас поединок с боссиком. Окей. Давай смотреть, кто у нас тут будет босс. Ну, с этим я разберусь. Наверное, вот с этого начнем. Поехали. Так, его штормарис ходит первее, чем мой. Твою же дивизию. А мы тоже тогда так сделаем, на. Да, пониженная броня, естественно, им. Ох ты, мочканул-то как-то, посмотри. Фигня получается. Получается полная фигня, ребята. Ай, придется уничтожать. Опять за свое. Так, давай-ка мы сделаем вот так. Ага, молодец. Блин, надо было уничтожить его, да и все. Давай уничтожай уже своего кореша. Мы залечим раны. Так, секунду, что он там сейчас будет делать? Понятно. Так, ладно, добьем. Кто у нас тут босс? Тройной удар. Блин, вот эти два по бокам мне не очень нравятся. Давай сделаем так. Массовый плевок. Сейчас мы с тобой быстренько из одного ушатаем. Потом уже будет попроще. Барсик поджарился, бедолашка. Хиляемся. Так, ну я думаю, что ему крышка. Вот этому парню точно крышка. Это тебе не поможет уже. Так, Барсик, добьешь. Красавчик. Так, ну здесь понижаем броню. Ну и все, и этот хлопчик уже, как говорится, в нашем распоряжении. В полном причем. Укус и добивка. Ну, я тебе скажу, что вот это событие было легким. Крутим последний раз колесо это. Дает нам 50 миллионов древесины. И забираем тусклый янтарь в размере 2000. Все. Так, ну а нам остается вот здесь вот открыть паки. Загадочный пак, из которого нам достается крылатый ужас, ужасное чудовище, громобой защитник. Так, и еще один пак. Вот он. Это необычный набор. Рыба, древесина, рыба. Так, и крылатый ужас, которого мы тоже с тобой спокойненько отпускаем на вольные хлеба. Кстати, у нас вот здесь вот на градушке есть, возможно. А нет, не хватит. Я думал, что хватит, но не хватает. Чуть-чуть. Ладно, фиг с ним. 150 листьев. Ага. Аж две награды. О, вот это я понимаю, ребята. 50 рун в копилочку. Плюс 500 листьев. То есть мы с тобой открываем еще пак. Ну-ка, сезонный рынок.
Смотрим. Так, рыба, древесина, древесина. Вот. Пещерный склад. А он у меня был или нет? По-моему, был у меня, ребят, такой. Да, такой у меня был. Мы его отпускаем. Все. Там сколько? Блин, нифига, у меня 500 рыбы, 500 древесины. Подожди-ка, а мы же можем с тобой... Так. А, он у меня на прокачке, что ли, да? Точно, он у меня на прокачке. Кого я там хотел? Кревет, вернись. Креветик, вернись. 92 уровень. Обучить. Лети. Ну, как-то так. Ать, и не хватает. Подожди, а тут у нас есть? У нас тут есть рыба. В принципе, и древесина тоже есть. Начать обучение, давай, лети. Лети, обучайся. Ну вот как-то так, ребят. Немножко пошло у нас какое-то продвижение именно по прокачке драконов. И это круто. То есть если мы в ближайшее время с тобой сделаем штук 4, там еще нужно будет 6. Я не знаю, наверное, вот этих будем прокачивать. Они не особо требовательные, особенно вот... Ай, фу, барс и вепрь, нет, это не то. Так, а ты-то что сидишь? Эй, парень, давай, дуй за железом. Так, 89-й, это древоруб. Обучить. Святилище занято. Ну, ты понял, да? К чему я вот это все делаю? Нам нужно с тобой уже вплотную, как говорится, к этому подходить, прокачивать наших драконов. Так, здесь-то у нас что? Еще 50 листочков получили. Еще 50. Так, может быть, глянуть. Так, ну что, забираем награду. И, да, отлично. Так, что мы тут еще зарабатываем с тобой? Ага. Блестящий янтарь. Отлично. Ну что, в принципе, здесь пока все. Так, что у нас там по событиям? В ближайшее время ничего не намечается. Жаль. Но я думаю, что надо все-таки забить здесь, друзья мои. 3 пака. Так что поехали. Кто-то писал в комментариях: Рэй, попробуй другой состав. Ребят, я уже все составы перепробовал, которые только можно. И считаю, что вот это самый оптимальный. Именно и для арены, и для прохождения событий. Другие вроде бы все нормуль, но не хватает то мощей, то защиты, то суперудар не тот, который нужен. А здесь все отлично. Я, конечно, не спорю, что у Барсика не супер-пупер удар, конечно, двойная вот эта атака. Это единственное, чем мы можем... Тихо, подожди, чем мы можем пользоваться. Сейчас, по-моему, кревет нам вжарит, ребята. Ой, как он сейчас нам вжарит своим электрическим разрядом. Поверь мне. Не стал он того делать почему-то. Так. Нам сейчас, знаешь, что нужно с тобой сделать? Взять его вот так вот. Я просто боюсь вот этой вот шкалы. Видишь? Ты видишь? Вот ты посмотри, как он. Обалденно просто, ребят. Это... Он бы сейчас просто тут мне всех бы шварнул. Уж очень сильный вот этот у него суперудар. Что не говори, очень сильный. Но мы победили. Так, а здесь у нас опять шепот смерти. Так, Барсик и Хофер. Ну, кто-то меня поправляет. Это не Хофер, это Хоферсон. Как будто я не знаю, ребят, я просто сокращаю. Для меня он просто Хофер. Мне нравится, как звучит слово Хофер. Какой укус? Я хотел, блин, понижение бренди сделать. Вот сейчас вот из-за вот этой вот мелочи мы потеряем Барсика. Твою налево, блин. Ну, Барсик, нет, он не получится у него. Твою дивизию. Все, прощай, родной. Ты достойно боролся. Так, ну что, надо как-то отомстить за Барсика-то нам. Как вот только это сделать? Фиг его знает. Наверное, надо Хофера разобрать в первую очередь. Если, конечно, успеем, блин. Окей. Так, ты куда?
Отлично. Так, добиваем здесь. А, у нас есть лечение. Тогда лечим. Тогда лечим наших бойцов. Ну все, он тут своей двойной атакой нам ничего не сделает. Еще залечим раны. Ну, в принципе, и все. Поехали. Отлично. Так, глыба. Пристеголовый. И это ужасное чудовище, да? Начнем, наверное, с него именно. С ужасного. Так, тихо-тихо-тихо. Давай, наверное, сюда шваркнем. Так, подожди. Раз, два. Так, потом наша очередь будет ходить. Ну, огнем? Огнем, конечно же. Чем еще он может шмякнуть? Давай сюда. Ага. Бьет, конечно, он не слабо, 220. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, все-таки успел воспользоваться, да, своим суперударом. Так, ну что, главное, чтобы этот нас не станил. Да хорош, ты еще и усиливает атаку себе. Нет, парень, так не надо делать. Так делать не надо. Пуляй там огоньком своим, что хочешь делай, а мы будем тебя потихоньку разбирать. Ну. Все, ему крышка. Ему, друзья мои, крышка. Ну вот, хорошо. Так, ребят, ну что мы с вами получаем? Два обычных панка плюс один эпический. Начнем, наверное, с эпического, да? Вот так вот. И забираем с тобой пак вождя. Шипорез, душитель. Так, дымодышащий, грамм гильда. Отлично. Ну, за вторым паком не пойдем. Пойдем уже в следующей серии. Так, у нас опять тут что-то. Так, победили свирепых драконов. А здесь... 30 драконов схватки. Отлично. Отлично, ребята. Вроде бы как все, да? Вроде бы. Больше нам здесь пока нечем заняться. Да, друзья. Так что на этом я буду заканчивать сегодняшнюю серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.